Посещение магазина товаров из Индии, Непала, Вьетнама и Китая. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Канала Иринка Адениум. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я посетила магазин товаров из Индии, Непала, Вьетнама и Китая. Много друзей и подписчиков из этих стран. Мне очень интересна их культура. Я знала, что в нашем городе есть магазин товаров из этих государств, но он как-то не попадался мне по пути. В один из прекрасных дней я его увидела и не смогла пройти мимо. Мне стало очень любопытно, и я решила, что мне необходимо его посетить. Я зашла и попала в сказку. Продавец гостеприимный, отвечает на все вопросы. Товар разнообразный, но в основном он представлен из Индии и Китая. Как раз это то, что мне нужно и было. Ну, китайский товар, ясно, понятно, что он очень популярный везде. Мне интересна была культура Индии. И здесь я увидела все, что мне было интересно. Потому что здесь есть, в принципе, все. Различные картинки с обликом богов, браслеты, бады, благовония. Различные статуэтки.
для декора дома. Я потеряла временное пространство. Различные духи. Броши. И снова украшения. Ковры и веера. Слоны. Статуэтки слонов. 7 слонов, приносящих счастье в дом. Сари. Конечно же, сари. Какой магазин товаров из Индии может обойтись без сари? Я впервые вижу сари. И, конечно же, различные специи. Специи и пряности для приготовления различных блюд. Чай, масло. Я совсем не хотела уходить из магазина.
Мне здесь очень понравилось. И теперь я вернусь в этот магазин обязательно за покупками. Я нисколько не пожалела о том, что я посетила этот магазин. На этом я буду заканчивать свой репортаж. Приходите еще на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч. Бай-бай.